Уф, всем большой привет! Ножик поднимала, на пол упал. Сегодня мы снимаем видео. Распаковка посылок с Китая. У нас 3 посылочки. Сейчас мы посмотрим, давно ли они к нам шли. С 15 апреля. Ровно месяц, значит, сегодня у меня 15 мая. Так. У вас не знаю, что там. Что это такое пришло? О, я вспомнила. Только я думала, что они будут потолще, честно говоря. Такие заказывали. Были по супер сделкам. Пеленочки для пеленания младенцев, маленьких детей. Просто пеленочка. И, видимо, тут липучка, чтобы удобно было пеленать. Честно говоря, я думала, что они будут потолще немножко. Поэтому даже как-то и не ожидала, что они такие маленькие. Как выглядит эта вещь? Эта вещь выглядит как большой подгузник. Только без прорезей, да? В общем, здесь-то все, понятное дело, зашито. Здесь какой-то логотип. Summer. Summer просто написано. Вот здесь вот какая-то липучечка, которую нужно прицеплять. Сюда просто ложите малыша. У меня куклы жалко, вообще нет никакой. Я бы вам на кукле показала. Ну, в общем, сюда вот малыш. Малыша можно положить. А здесь тоже какая-то липучка. Вот здесь тоже спереди какая-то, не знаю, для чего липучка. О, какая она крепкая, классно. И так вот она. Раз. Раз. И два, что ли? Как-то так вот она должна выглядеть. А, ну да, это за плечико, в общем, наверное, за его так вот. Чтобы он не распеленался. Такая вот интересная штучка. Конечно, в первую очередь интересно будет, как там, понравится ли это маме и малышу. Девушка заказала у меня 2 такие пеленки. Надеюсь, что будет удобно. У меня таких не было, вот, к сожалению, что-то тогда вообще не было таких пеленок. Если подгузники одевать, так вообще классно. Одел, там его запаковал, и он никуда не вывернется у тебя. В больницу, наверное, ходить удобно. Не то, что там сидишь, да, и распеленываешь ребенка перед тем, как положить на весы, да. А так просто сняла, потом также его положила, одела. Это, короче, гораздо удобнее будет, чем простая пеленка. И я, наверное, даже посоветовала бы приобрести всем мамам. Самой хотелось бы тоже, конечно, попробовать, но, к сожалению, пока не на ком. Очень буду надеяться, что когда-нибудь попробую. 7 апреля к нам была отправлена посылочка, чуть больше месяца, месяц и неделю шла. Распаковываем. О, оу, платье. А я думала, я его уже получила. И я даже фидбэк поставила продавцу, что я получила это платье. А на самом деле оно еще только мне пришло. Здорово. Я что-то подумала, что так как долговато, да, оно шло месяц и неделю, я подумала, что я его уже получила давно почему-то. Сама просто не помню и поставила продавцу отзыв, что все хорошо. Ну вот и платьишко подоспело. Какое-то оно тоже как будто самошитое, такое смешное. Видели бы вы, такое смешное, да? В детстве мне бабушка шила платье. Я ходила в них в детский сад. Было круто. Так, здесь просто, наверное, петли разные. Вот такие вот платьишки. Платьишко, то есть. Ну, вообще, на лето, так, по-моему, вообще замечательно. Вообще супер, зашибись. У меня нету девочки, я бы тоже заказала. Потому что, ну, не знаю, ну, чего тут бояться, постирать и все. Классное платье, простое. Вообще, хлопок хлопком, не знаю только, конечно, как вот он выкрашен. Разные тут цвета на нем. Но вообще здорово. Конечно, он такой не супер белый. Вот я так смотрю на просвет, видны какие-то там вкрапления. Но вообще, если его еще погладить. Китайцы вообще такие рукодельники. Тут что-то еще цветочки какие-то навышивали. Посмотрите-ка. Я не знаю, насколько это сантиметров. Тут какой-то размер XXL. Платье вообще суперское. На самом деле, хорошее такое платьишко. Простое. Сзади вот застежечка на пуговички. Я вам, кстати, сзади, кажется, еще не показала. Такая застежечка на пуговички, поясок. Вообще, мне кажется, хорошо очень ребенку, маленькой девочке, одеть такое платье и идти куда-нибудь гулять.
а потом другое одеть, а потом третье. Суперское платье мне понравилось, честно говоря, хоть оно и дешевое такое. Я думала, похуже будет, но число достаточно хорошее. Так, что-то вообще 7-13 апреля. Еще и тире, тоже да, долго-долго. Если долго по дорожке из Китая да в Россию, идти, конечно, далековато. Что такое? Пугайте, не пугайте меня, пожалуйста. Вот, смотрите, ничего себе сервис. У меня даже нож упал и чуть не воткнулся. Во, и дали. А что это такое я заказывала? А, это такой костюмчик велюровый. Здорово, здорово. Костюмчик, конечно, не очень дешевый, сразу скажу. Около 600 рублей он стоит. Главное, сама смотрю, а вам не показываю, да? Вот такая вот кофточка. На девочку взяли такой вот голубый, цвет морской волны, в общем, что-то голубенький. Ну, голубенький, да, костюмчик. Очень мягкий, на ощупь очень приятный. Не знаю, только вот так, как по внешнему виду, тоже смотрится, да, классно. Тут какая-то бабочка на замочке. Внутри сейчас вам покажу. Внутри вот такой вот. Здесь вот в капюшоне серая ткань. Хлопок, а здесь вот это так, как синтетическая какая-то ткань. И вот такие вот брючки. Ну, классный, классный костюм, да. Мягонький такой, приятненький. Какие-то черные точечки сзади. Надеюсь, это не дырки. Нет, какие-то черные точечки сзади на попе. Но думаю, что это уж ничего себе. Две. Не знаю даже. Как-то не очень красиво. Что-то с черными точками. Вот, смотрите, наверное, вам даже будет видно, что здесь какие-то черные точки. На кармашках тоже тут такие рюшечки сделаны. Сделаны так достаточно аккуратно и красиво, даже суперский костюмчик. Можно одевать и носить. Больше черных точек я нигде не вижу, только вот там на попе были. Какие-то тут мелкие, конечно, ниточки есть. Точнее, не ниточки, а вот... Наверное, отходы вот от этого материала, когда его обрезали, он, скорее всего, крошится. Да, точки на попе есть. А так, мягонький, приятный очень костюмчик. Мне кажется, что он должен понравиться тому, кто его заказал. Давайте еще раз кофточку покажу. Вау, молния-то как тут барит, однако. Вот, я сейчас заметила молния. Видно вам? Вообще внизу пипец как. Складывается это. Не знаю. Может быть, это, конечно, не... Как вы думаете, уйдет? Возможно ли, что после стирки это уйдет? Но, наверное, нет. У меня, наоборот, чаще бывает такое, после стирки возникает. Что я, когда его постираешь, потом молния начинает. Не знаю. Может быть, на ребенке это будет получше смотреться. Но вот это не очень красиво. Что она туда куда-то назад уходит. Такой вот костюмчик. Пакете, главное, китайцы так вообще меня удивили. Такой пакет. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите любые комментарии, ставьте лайки. Все ссылки будут под видео. Всего доброго всем. Пока-пока. До новых встреч, до новых видео.